Народ, всем привет! Снова мы в Village Market в этом прикольном моле. И сейчас мы будем пробовать необычный шоколад. Мы заказали в Шоколад Бар Кафе. Наташа, что мы заказали? Моку с пепперминтом, моку с мятой. То есть шоколад с мятой. Причем это не сироп искусственный, ну, который в бутылках, который нет, может, они мятку положат сверху, кстати. Листик. Еще две конфетки, да, с ментолом и с пэшн-фрутом. Шоколад и ментол. Короче, две конфеты на $1, а остальное пирожное и... 15 дирхам, я так считала. Мы озвучим в долларах. Сейчас пойду вам покажу кафешечку. Наташа уже, кстати, в мятной футболке. Ты как я знала, готова. Что будем пробовать, да. Настроение в моле все еще классное, новогоднее. Так, ну что, пойду вам покажу весь этот кайф. Ну, кстати, вот тортик шоколадный мы не взяли и не взяли с орехами. Мы взяли тортик опера. I'm waiting. Вот сейчас спросили, что я хочу. Я хочу, чтобы нам уже наши пирожка дали. А вот, кстати, конфеты вот эти. Одна конфетка 180 стоит. А, то есть одна где-то доллар стоит. Вот Наташа, по-моему, взяла минт. Нравятся ей такие конфеты. И пэшн, да. Маракуйя, по-моему, пэшн. Ну вот такие варианты конфет, напоминает львовскую нашу фабрику, мы видео делали в Киеве, оставлю в описании, а вот оно. One. Все, и вот один стоит 650, но он и так здоровый. Тортик такой оперный, что-то мне детство напомнило такой тортик. И две конфетки. Чашка красивая, это, например, не наш чай. Ну вот здесь такая атмосфера праздничная и кучу подарков можно купить. И такие шоколадки, и ну разные вообще, да, Новый год, прикольно. Вообще три шоколадки, очень много. Ну это же, тут написано крафт handmade, то есть все сделано своими руками, не заводом. Ну поэтому, наверное, это и популярно, и не дешево. Так что вот made in Kenya шоколад. Ну верим, конечно же. Вот, смотрите, пепперминт, hot chocolate. Вот такой мы сейчас, наверное, попробуем. Класс. Ментоловый шоколад. Ну, любим мы, короче, извратиться, все попробовать. И я думаю, что вы тоже попробовали бы именно этот вариант шоколада. Ну, там много был. Белый шоколад, там простое кофе, простое латте. О, кстати, вся великолепная пятерка. Надеюсь, мы на сафари тоже скоро поедем. Тут и лев, и носорог, слон, и леопард, или читах, и буйвол. Все это мы с вами уже увидели и снова посмотрим. Елочка. Наташа ждет наши шоколадки и пирожные. Так что, ну, настроение пока нормальное. Мол, приехали пораньше погулять. Сегодня в Кении выходной, какой-то праздник. Мы так и не поняли, какой. Но наши друзья пошли на работу, а мы сегодня вот здесь, вот в моле, будем пробовать необычное мятное шоколадное кофе. Моку, да. Мока. Пишите в комментах. Пишите в комментах, кто знает. О, а ты снимала? Дети в восторге. Я снимала, по-моему, когда мы показывали уже. Ну, еще раз покажу. Красивые такие Санта-Клаусы. И праздничная атмосфера. Вот уже несет наша женщина, наша мятная кофе. Не знаю. Is it with mint? Yes. Ну, потому что я думала, что она какого-то зеленого цвета будет почему-то. Подожди, мы моку просили. Да. Because we... Мока with mint, with peppermint. You had tonka what? Sorry. Мока with peppermint. Мока with peppermint. Попробуй, говорит, я не знаю, что это, попробуй. Hot chocolate, it's not mocha. Окей, okay, just leave candies and confirm, please. Yeah. Говорим, оставьте конфетки и подтвердите. Yeah. Ну, люди могли напутать, но я думаю, что как раз оно не должно так выглядеть. Ну, мне очень кажется, что это какао. Ну, мы же не заказывали простое какао, правда? Мы заказывали с пепперминтом. Ну, вроде пахнет пепперминтом, слушай. Да? Да. А ну, сейчас я понюхаю. Не знаю. Нет, не пахнет. Ну, вот не знаю. Ну, тут в Кении, да, любят что-то напутать, не буду напрасно восходить. По крайней мере, бывает, это похоже. Бывает. Это похоже. Конфетки похожи, да? Да, и печеньки. Есть? Yes, а? Yes, thank you. Окей, okay. 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 Говорят, да, точно, с пепперминтом. Ну, если нет, все-таки вы позовите, мы изменим. Ну, давай, я буду пробовать сейчас такое красивое пирожное. Может, ты зафоткаешь прямо, нет? Да.
кстати, хорошая идея. Сейчас мы все зафоткаем для инстаграмчика это всего. И вернемся к вам в студию. Мы все уже зафоткали, фоточки сделали. Сейчас будем... Что... Наташа, что первым попробовать? Я не знаю. Мне кажется, вот эту моку, которую у нас были в сомнении. Ну, давайте, мока. А, кстати, нам такие трубочки классные. Ты не хочешь трубочку? Трубочки? Ну, давай, сейчас я попробую. Добрый, я тебе потом принесу. Трубочки. Ну да, напоминает, наверное, эту конфетку, которую мы любим есть. After eight. После что-то 8. Что-то есть. Это шоколад, но нет такого яркого, выраженного вот такой мяты, что именно вот такая яркая мята. Ну. Ням-ням. Что-то вот, такой легенький, такой. Легкая. Я честно думаю, сейчас такая мята будет в шоколаде, такая, ну, просто... Да я уже попробовала, очень вкусно. Ну, прикольно сделала, такой вот подтаявший такой вот ментол в шоколаде. Чего пирожишь? Пироженки, ну, конфеты это твои, конфеты ты будешь пробовать, я не буду их пробовать. Ну, ладно. Вкусняшка, это печенька, я думаю. Это просто как презент. Комплимент, ну, да. Господи, с какой-то стороны подойти, какое оно интересно, такое тверденькое. Ну, слава богу, что оно не рассыпется. Так, кусочек. Шоколад. Вкусно? Не приторно ничего? Да. Умеет готувати, да? Да, классно. Вы знаете, как бы вот это хорошо, что мы на двоих взяли. Ну, это он здоровый, посмотри, какой он. Вот нож лежит, и он. По ценам 650 стоит. Угу. Любой торчик там. И всего 3 было. Это 400 стоит. Это еще побольше, подороже 450. Одна конфетка 180. Ну, не знаю, наверное, это прилично. 180 за конфетку. 4 дирхама я посчитала, 40 гривен. Это евро. Евро, да? Да. Ага. Да. Сейчас попробую печенюшку. Вкусное печенье, но нормально. Так, друзья мои, это подвигает Наташу, это ее конфетку. Я не претендую, давайте мне камеру. Чего ты не претендуешь? Не-не-не. Тебе не оставить? Нет. Я хочу вот с этим спешеном. Прямо красивое, как бриллиант. Чё, очень красиво музыка играет там, ребята играют. Да, сильно вот желтенький такой passion fruit. Прикольно. Ну что скажешь? Я думала, она кислее будет. Ну вкусная. Угу. Шоколад. Твердый, не твердый. Мягкий, такой хороший, да? Но черный. Отлично. А это минт. А это с ментолом? Это то, что мы любим. Шоколадка очень с ментолом. Вкусно. Слушай, реально. Подожди, оно какой там вкус доходит. Ну ты что? Угу. Класс, реально. Мне понравилось, как женщина вернулась. Сейчас узнаю. Я думала, белая будет. Я тоже думаю. Это конфетки After Eight, там такой белый ментол. Это... Блин, опять мурашки по коже. Ты что? Ну-ка рассказывай. Я хочу такое. Еще. Еще? Очень вкусная конфета? Ну, сейчас очень вкусная. Так там ментол, шоколад, реально, расскажи. Это не ментол, это мятка, но такая нежнейшая кислинка. Это не After Eight совершенно. Это круче, чем After Eight, да? Это круче. Это так вкусно. Ням-ням. Ну, а ну теперь затестируй уже так по-нормальному шоколад с ментолом. Мятную моку. И там такой хороший такой вот вкусик такой. Можно сказать, ласковый, нежный такой. Нет, я после этого не чувствую. Он реально тоже нежный вкус. Ну, я же это, когда ты пила, я тоже пила. Поэтому нежный вкус. Я вот эту шоколадку хочу еще. Ну, в общем, сейчас, друзья мои, будьте в Найроби. Village Market, шоколад бар. Ну, прикольно, вкусно. Прикольно. Да, интересное такое место. Все, всем пока.